В Афганистане при попытке теракта подорвались 37 талибов. В афганском городе Кандагар погибли 37 талибов в результате взрыва заминированного автомобиля, который готовили для проведения теракта. В Афганистане в городе Кандагар погибли 37 талибов в результате взрыва заминированного автомобиля. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщает Анадолу. Автомобиль боевики движения «Талибан» готовили для совершения теракта. Погибли 37 талибов, говорится в сообщении. Как заявил представитель администрации губернатора Кандагара Азиз Ахмед Азизи, автомобиль взорвался в учебном лагере талибов в районе Маруф. По словам Азизи, в результате взрыва также ранено большое количество талибов. Ранее в провинции Гельминт на юге Афганистана в результате авиаудара правительственных сил погибли по меньшей мере 30 мирных граждан. Также сообщалось, что на востоке Афганистана возле города Газни произошел взрыв, в результате чего погибли трое военнослужащих США из миссии НАТО и еще трое получили ранения. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.correspondent.net. По материалам сайта news.gr.com.